Центр занятости населения города Анапа организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Здесь вы сможете обновить знания и навыки, освоить новые профессии, пройти профессиональную переподготовку и адаптироваться к изменившимся условиям работы. Срок обучения составляет не более 3 месяцев. Обучение проходит по очной форме. Во время обучения выплачивается стипендия. Более подробную информацию можно получить по адресу город Анапа, улица Калинина, 12А, кабинет номер 9, контактное лицо Надежда Александровна Наумова или по контактному телефону 8 861 33 40 911.